помощь малым бизнесам. Да. Люди из Ашкелона привезли продукцию на продажу. У них совершенно стал бизнес здесь войны. Вот ждем 2 часов, когда откроют павильон, мы сможем пройти, купить, посмотреть, что привезли. Вот стоят люди, ждут. Много пожилых людей. Я купила подсолнечное масло. Потрясающе. Вот столько людей пришло. Вот такая огромная ярмарка. Снизу появилась. Жду другой павильон. Столько людей.